Jednotná jedna, váš příjezd je velmi načasovaný. Soudruhu poručíku, koalice francouzských a německých vojsk vtrhla do naší vlasti a vyřadila nás z Vernice. Zůstala nám jen tato křižovatka. Využijeme ji jako předmostí. Krysy NATO plánují útok na tuto křižovatku. Musíme ji udržet za každou cenu. Uvědomuji si, že zatím máte k dispozici pouze síly rychlé reakce, ale brzy budeme moci získat plné posily. Jaro, jedna končí. Всех приветствую. Решил я тут запустить мод на Man of War A Dying World 1992, сыграть в одну из новых миссий, которые сюда запихнули. Это миссии в стиле штурма второго, ну просто в стиле штурма. Просто с захватом точек. Прикольно, что разрабы мода сделали даже какую-то озвучку. Это прям очень балдежно. Это очень редко можно увидеть в модах на самом деле. Да почти нигде такого не делают обычно. И то, что здесь так внимательно подошли к деталям, к атмосферке, к этой... Это крайне похвально. Так, оборонять перекресток, да? 4 минуты. Ну, давайте, что у меня тут есть? БМДХ вторая и БРДМка вторая. Очень люблю БРДМки, кстати. Учитывая, что весь мод это просто мир ваншотов, можно стоять жопой, в принципе. Ничего страшного. Так, там что-то едет. Там что-то едет. Угу. Попал. А. Мне тут тоже напихали немножко. Отстой. Благо дали машинку на замену. Так, бойцы, пойдемте. Центр. РПГшника, не знаю, куда деть, поставлю. Афиг его знает, куда деть на самом деле этого РПГшника. Давайте, ребят, сюда. Здесь я потерял БРДМ-ку свою. Ходу. Давай базуку доставай, чел. И ты промахнулся. Хорош. Может, ты попадешь? Это тень один. Замечена активность вертолета. Попал. Хорошо. Давай встань туда на замену. Установка ПВО. Не самое лучшее, что есть на нашем вооружении, но на первое время оно вам поможет. Конец связи. Отличная ПВОшка. Пойдет, встань здесь. Ну, тут отремонтируем. А, что-то едет. Что-то едет. Черт, кстати, птуры, конечно, просто с ними. Очень тяжело работать в этом моде. С этими птурами. Сами они стрелять не хотят, они просто смотрят. Тупо труба бинокль. То есть надо вручную выстреливать. А это не всегда удобно. Так-то они просто пырить будут. И это отстойно на самом деле.
не знаю, зачем это сделали так, что типа туры, ну вообще они просто смотрят на противника, просто фотографируют вот этой трубой, а так чтобы выстрелить самостоятельно, это нет, это нельзя, это ни в какую. Там что-то едет опять. Танк едет. Так, попадание было, но результата никакого. Еще разок. Попадание было, но... Вылезите оттуда, ребят. О, ё-моё, нет, нифига не пробило. В бочину. Хорошо. Топливо зачем-то просто ноль сделано. Ну ладно. БРДМ-ку можно починить? Можно, но нужно ли? Мы развернули нашу основную базу в нескольких километрах от Бёрницы и готовы предоставить войска для наступления. Однако захватчики успели наладить противовоздушную оборону. Вот, в меня стреляют, а он фотографирует своей трубой. Ну, размен. Хотя бы так. Давай-ка ты БРДМ-ку не чини, иди вот сюда, вот сядь в эту. Союзные пехотинцы. Это хорошо. Люблю, когда есть на карте союзники, которые что-то будут делать. Ну так, хотя бы чуть-чуть, для вида хотя бы. Пускай бегают, мне это всегда нравится. Чё по заданию сказали? Захватить ПВОшку. Да, все, выдали эту заданию. Хорошо. Авиация так и не прилетела. Зачем мне дали эти трубы? Может, попозже подлетит. Вообще, я изначально... А, тут всего один пехотинец, да, внутри. Вон второй. Давай, залезай. Вообще, я изначально стартанул на уровне сложности посложнее. И там, конечно, значительно сложнее. Там просто кринж какой-то происходит. Враги прибегают. Мои птуры фотографируют. Прорваться очень тяжело. Ты вот... А вот по пехоте он выстрелил? Или чё? Что он сделал? Ну ладно, я кликнул на машину, наверное, да? Это вообще союзная пехота была. Я кликнул на машину, вроде как он выстрелил. Но зачем он это сделал? Окей. Ну это чудо на самом деле, что он пальнул какое-то странное, потому что обычно они просто смотрят. Просто смотрят, там наблюдают. Так, возьму пехоту и пойду штурмовать позицию. С точки зрения сложности, конечно, здесь намного живучей пехота на низких уровнях сложности, ну как на низких, на средних, чем на высоких, потому что на высоких пехота просто от чихов разлетается, ну там враг просто смотрит усердно в твоих пехотинцев и твои пехотинцы умирают просто от усердных взглядов.
Но вот здесь вот вроде как они что-то из себя уже представляют и не откисают просто так. С другой стороны, техника, конечно, точно так же разлетается просто с одного попадания. Очень классно пехотинцы передвигаются, на самом деле, вот сейчас в приседь. Я такого не видал раньше. В оригинале такого нету, в других модах я тоже такого не видел, во всяком случае на таком хорошем уровне. Ну да, вот пехотинец, который должен был умереть уже 4 раза или 15 раз, он успел добежать до сюда. Чё, ты куда побежал? Встань здесь. Миномет стреляет. Какой отврат. Нужно подъехать, может быть, сюда. Ну и пошли захватим точку. Здесь, ну я не знаю, на флаге оставлю просто одного бича, чтобы он не позволил каким-нибудь рандомным забеганием захватить этот флаг, то будет хреново. Куча союзной пехоты набежала. Довольно много ее здесь. Ну, флаг захвачен. Почти. Союзники продолжают поступать. Это меня безмерно радует, на самом деле. Было бы их еще побольше. Вообще было бы классно. Так, три подкрепления. Что я понял? Из роты поддержки нельзя вызывать инженеров, что ли? Хрен знает. Потому что... потому что вертолет просто зависает. Отряд разведки. Танк. БТР. А если вертолет просто зависает, то он просто висит и в результате потом не уходит обратно, чтобы прислать еще подкрепление. И это очень хреново. Ну, за озвучку всего, конечно, вот этого отдельный лайк, это просто балдежно. Но через какое-то время вся эта озвучка начинает остопиздивать. Ой, ё-моё, что-то в меня там прилетело неприятное. Хорошо, что не попали. Высажусь. Ну-ка. Бойцы стреляют в пол. Подожду, наверное, еще отряд подкрепления. Кстати, вот этого разведчика я кинул вот сюда. Блин, тут товка стояла, оказывается, все это время. Это было очень опасно, если бы она выстрелила. Это мог бы быть минус танк. Ну, минус БТР точно. А вот зачем в БТРе так мало топлива? Если я все равно могу вызвать через поддержку топливозаправщик и сидеть вручную перегонять топливо сюда.
Нафига это нужно? Вот этот вот микрёш ёбаный. Я вообще не понимаю. Ну, типа, вот это прикольно смотрелось в каком-нибудь первом в тылу врага, да? Но вот здесь вот, где юнитов больше двух у тебя на карте, это не очень. Ну давай, это стрелки, штурмовики, давайте сюда. И минометик. Там где-то миномет стоит. Вот там в кустах. Я его не вижу, да? Вообще-то вижу, вот он. Так я не попадаю. Это Сокол-1, стационарная установка уже в зоне высадки. Отбой. Это Сокол-1. Пехотные подразделения доставлены в зону высадки. Отбой. Бойцы вперед. Это Сокол-1. Пехотные подразделения доставлены в зону высадки. Отбой. Ну, перезаряжайся. Надо убить этот миномет. Понял. Не сегодня. Здесь ремонт. Так. Ага, Леопард 2. Поехал я абсолютно зря. Вперед. Я-то думал, там чистенько. Союзнички пытаются воевать. Нафига себе он стоял, накидывал. Почему-то минометы какие-то дико меткие. Они прям в одну точечку накидывают. Дикость. Давай, давай, беги. Гранату кидай. Ну и вторую можешь кинуть. А, вторая не нужна. Тихо, вообще зря вторую кинул. Миномет-то в порядке? Нет, он сломан. Штаб предоставляет вам дополнительные войска. Используйте их с умом. Конец связи. Ну, давайте минометчика я кину сюда. И куча пехоты я вызывал, да? Давайте. Пехотинцы раз, еще где-то были пехотинцы. Вот они. Готов отправиться назад в Бёрнице. Отбой. Мы закончили обслуживание машины Сокол 2-2. Отбой. Нужно вызвать еще один танк. БМП-2. Тоже пойдет. БТР 80, стопудов опять без топлива. Ну, пускай будет. Техника появилась вражеская. АМХ-30. А, чуваки смотрят. Как вам с биноклями живется, нормально? Ты очень внимательный, чел, с биноклем, да? Ну, то, что на вертолетах высаживается вся эта фигня, это здорово придумано, ну, по идее. Только вот если этот вертолет забагуется, я останусь без подкреплений. А они частенько так и делают. ТР-80 у него нету. О, БМП тоже нету топлива. У танка топливо есть. Да, ну в таком количестве топлива никуда не уедешь особо. Даже до дальних точек он не дотянет.
Так, что там происходит? А, AMX. Бля, здорово, ладно. Ну, танк его высек, конечно, но БМПху жалко. БМПху жалко. Как тут прорваться пехотой? Надо же, миномет вообще даже не бьет туда. 70 метров. На 50 метров, что ли, бьет? Но это, конечно, очень слабо. Так, ну это мины. Но, судя по всему, я уже все разминировал, да? Пушками. Чел, стреляй. Блять, он заряжает ГПшку. Зачем? Враг перед тобой, он заряжает ГПшку. Боюсь, мне нужно еще больше пехоты. Это Беркут 4, запрашиваю пехотные подразделения. Прием. Это Беркут 4, запрашиваю пехотные подразделения. Прием. Не уверен, что мне нужен топливозаправщик. Потому что вручную... перетыкивать сюда топливо — это просто замороченный кринж, не знаю, зачем это сделано. Враги почему-то все на карте стали отображаться. Почему? Это Сокол-1. Пехотные подразделения доставлены в зону высадки. Отбой. Это Сокол-1. Пехотные подразделения доставлены в зону высадки. Отбой. Это Сокол-1. Там АМХ-30 убивает моих ребят. Успею я подъехать? Классный выстрел, братан. Угу, понял. Но попадание было. Все, выбито. Отлично. Так, топливозаправщик туда. Пехотинцы, погнали. Вот союзные пехотинцы чем-то здесь заняты. Мне бы, конечно, чтобы они не туда бежали, а чтобы они мне здесь помогали. Было бы хорошо. Но, к сожалению, приказать я им не могу. БТР-ка 80-я. Бля, люблю БТР-ки 80-е очень сильно. У меня в детстве была игрушка БТР-80. Так, смогу прострелом сделать? Ну вот, отлично, игра это позволяет. Балдеж. Нет! Тихо. Отъезжай. Все. Понял. Больше так не делаю. Ошибку понял. Быть наготове. Давай, чел, залезай. Быть наготове. Начеку, парни. Стой. Не залезай. Вот ты залезай. Ты член экипажа. У тебя наверняка навык управления выше. Что там происходит? А, этот дурацкий миномет накидывает. Эти чуваки все оповещения выдают. На самом деле это уже, ну, типа, в первый раз ты впечатляешься, думаешь, класс. А уже на третий раз это просто давит на уши. Так, пехота, давай сюда. Мне нужна граната.
Не дай бог эта тувка попадет. Мне кажется, сейчас она стреляет в стену. Но лучше туда кинуть гранату. Оп. Кстати, анимация китка гранаты здесь другая. Не как в оригинале, они ведь сделали, видимо, свою. Что тоже крайне похвально. Этот дурак все еще заряжает ГПшки себе в автомат. Нет, чтобы просто стрелять. Вроде безопасно? Нет. Стоп. Я рано поехал дальше. Пушка не починена. Здесь есть мины? Давай проверим. Здесь нет мин. Хорошо. Значит, можно забежать. Ну да, пехота, в принципе, здесь живет более-менее на средних уровнях сложности. Но вот это вот называется очень хорошо живет. Потому что на более тяжелых, но она реально просто от взглядов противника умирает. И противники, судя по всему, смотрят очень усердно. Дадут мне выстрелить этот миномет дурацкий? Хорошо. Так, на точечку я заехал. Несмотря на то, что я не испытываю каких-то диких фанатичных чувств к этому моду, я с уверенностью могу сказать, что он, наверное, в топ-2, ну, в топ-3 модах. То есть это действительно одно из лучших, что вы можете увидеть на Man of War Assault Squad 2. Так, флаг захватывается, отлично. Союзники прям нормально бродят на... К врагам уже пришли. Автостанция теперь под нашим контролем. Прикольно. Ну, то есть, ну, нормал прям позволяет играть. Может быть, даже слишком сильно позволяет играть. Потому что включаешь хард, и там вообще душниловка начинается. Не, ну, в теории, конечно, пройти, я уверен, можно. И на харде. Но никакого желания у меня проходить его на харде не было. Ну, эту миссию. Так, мне нужен боец РПГ. Было бы здорово. У меня вот он. Вот есть боец РПГ. Дружище. Давай. Ну и как можно было промахнуться, чел? Да как можно было два раза промахнуться? Зачем? Зачем? За что ты издеваешься надо мной? Так, возьми-ка РПГ-ху. Вот так вот. Теперь ты бегаешь с РПГ. Так, теперь пойду вот на эту точку попытаюсь прорваться. Рота поддержки. ДШК, миномет. Это Шторм 2. Запрашиваю стационарную установку. Прием. Что я еще могу сделать? Тред разведки я не хочу брать, хотя почему бы и нет. Сколько их? Доступно один? Нет, не хочу. Вот, доступен танк. Еще три штуки. Возьму их. Это Сокол-1, стационарная установка уже в зоне высадки. Отбой. Это Сокол-1, стационарная установка уже в зоне высадки. Отбой.
Тащим это сюда, пулемет, наверное, куда-нибудь туда кину. Танк, ну, тоже здесь пока пускай встанет. Не хватает небольшого распределения у бойцов, ну, типа, чтобы в отряде был не один гранатометчик. Ну, я понимаю, что они пытались сделать более реалистично, но когда этого одного гранатометчика убивает, весь остальной отряд становится для техники просто пушечным мясом. Так, здесь можно укрепить позицию на этом пулемете. Отдельная кнопочка для этого есть. А на миномете можно укреплять позицию? Да, можно. Только, наверное, не нужно, потому что он стреляет перед собой совсем недалеко. Не хотелось бы просто так это делать. Опаньки. АМХ-30. Тихо, тихо. Ну, отъезжай, братан. Он перезаряжает. Все, вылезай, короче. Чел был занят перезарядкой. Интересно, я смогу пробить АМХ-30 в бочину с ДШК? По идее, да. А может и нет. Но сейчас он лбом ко мне идет. Так-то, конечно, не пробью. Так, дружище, залезай по фасту. А, не-не-не, нет смысла. Нет смысла, вылезай обратно теперь. Вылезай обратно. Ну, у меня тут союзный Т-72 стоит. Он, в общем-то, прикрывает. Мотострелки. БМП ходовай. БТР-ку. Это Беркут-4. Запрашиваю бронетранспортер. Прием. У чела кончились патроны. Нормально повоевал, судя по всему. Это Сокол-1. Бронетехника доставлена в зону высадки. Отбой. Это Сокол-1. Бронетехника доставлена в зону высадки. Отбой. Ну иди встань здесь просто. Так, ПТУР-то есть? Да, есть ПТУР. Я смогу вот этот вот леопард уничтожить, который тут стоит? С ПТУРа. Тут их ТОВКа стоит. Нет, мне кажется, не стоит суваться. Думаю, нет смысла. Где-то здесь болтались члены экипажа, бездельничали. Из уничтоженной техники. Вот ты мне сейчас нужен. Давай-ка в танк. Модельки, конечно, просто божественно. Я, конечно, понимаю, что многие из них импортированы просто. Но даже чтобы просто портировать модельку, это надо... Это не так просто, короче. Видно, что тут ребята очень потрудились. Ой, чего вы тут скучковались так сильно? Да ё-моё, постоянно выделяется этот кучий БТР. Парни, вылезайте. Получайте.
Так, и танк. Ну вот один чел с РПГ. Если я его теряю, вот эти чуваки без... ну, у них, конечно, есть сзади танк. Но так-то, если бы они были одни. Да, они остаются... ни с чем. У них даже противотанковых гранат, по сути, нет. Угу. БМПХ решила не стрелять с тура. Более серьезные силы в район. Вот это неприятно. Хорошо. Ой, ё-моё, он не уничтожен. Хорошо, что, видимо, была сломана волына. Так, БМП-2 можно починить. Нам выдали новую технику, да? В поддержке. Гвоздика появилась. Это мне нужно. Вроде поддержки. А, ну, вроде поддержки, да. Да, только что и заказал. Так, в штурмовой роте. Т-64БВ и Т-72А. Четыре штуки, три штуки. Давай 64 возьмем. В роте разведки все как прежде. А дополнительных людей не дали, нет? Дополнительную пехоту не предоставляют, кстати. Это Беркут 4, запрашиваю тяжелую бронетехнику. Прием. Это Сокол 1. Бронетехника доставлена в зону высадки. Отбой. Угу. Так, ну с этим танком уже можно что-то делать. Он уже может что-то выдержать. Кстати, забавно, что 62 у него много топлива, а здесь у танка топлива почти нету. Судя по всему, у всей техники не должно быть топлива. Но я не очень понимаю, для каких это целей. Если вы все равно даете вот эту вот машину с топливом, топливозаправщик. Просто нужно отдельно в бочку заливать, потом переливать, вот этот микрить, там сопли подтирать за ними. Это все абсолютно... Ну, это было прикольно в первых частях в тылу врага, да, где у тебя под контролем было 2-3 юнита. Но не здесь. Так, куда смотрит моя арта? Где она вообще? А, вот, все, все нормально. Не вижу врагов. Не вижу здесь врагов. Может, сюда пострелять? Ты не достреливаешь. Вот эту точку хочется взять на самом деле. Чё она там на опушке стоит? Так, гвоздика. Дотягиваешься сюда? Нифига она никуда не дотягивается. Че это за арта такая, у которой дистанция стрельбы? А, может быть, надо просто поменять снаряд? Нет, не надо поменять снаряд. У нее дистанция стрельбы, как у Птура. Это вообще, типа, что? Да, да, у нее дистанция стрельбы меньше даже, чем у обычного танка. А что это за... Что это за артиллерия тогда? На кой она нужна?
И туда никуда не достреляю, да? Кринж? Ладно. Ну, пускай будет так. Я не помню, на самом деле, что там в мультиплеере творится. В мультиплеере я вроде бы с артой-то вообще-то все было в порядке. Так, мне нужны пехотинцы. Нужны пехотинцы. Это Беркут-4, запрашиваю пехотные подразделения, прием. Это Беркут-4. Как раз вот с ними сейчас пойдем на штурм вот этой точки. Вперед, бойцы. Прихвачу с собой танк. Кстати, вот этот танк бы надо было заправить, потому что он где-нибудь встанет стопудово просто столбом. Это будет неприятно. Все-таки он довольно хорош. Черт, я не успел пехоту отсюда высадить. А что бы тебя убило, интересно? Классические гаражи. Так, там выехал танк. Нет, он не выехал, он просто стоит. Ладно, меня это устраивает, но я туда дальше не поеду, пожалуй. Топливозаправщик, не знаю, сзади встань. Член экипажа. Ладно, пускай с тылу стоит. Ну, думаю, сейчас на точку не будет проблем зайти. Куда мне делся еще один танк? Он был здесь. А, он объехал этот дом. Как его не убили еще там? Катинцы лечатся. Черт, миномет сюда накидывает. Очень неприятно. Тихо-тихо. Хорошо, теперь надо найти, где этот миномет дурацкий. Это здесь. Вы слышали? Артас говорит: осторожней, братишка. Голос чисто его. Склады теперь под нашим контролем. Черт, граната. Я не хотел гранату сюда кидать. Я хотел этот миномет забрать. Видимо, не судьба. Так, остались две конечные точки. И одна вот эта вот. В деревне. Даже не знаю, с чего начать.
Нормально наяривает МГшка. Звук такой классный еще. Гильзы падают, кстати. Здорово сделано. Очень здорово. Почему в игре нет музыки? Вот скажите мне. Но ее в принципе просто не поставили. Ладно. Может быть, потом фоном поставлю что-нибудь боевое из оригинала. Ой, там была мина противопехотная, он выжил даже. Офигеть. Меня, кстати, предупредили о более сильных противниках, но в результате они так и не приехали, более сильные противники. Так, мне нужны пехотинцы. Что ж, можно единственное сказать, что в миссии очень плохо сбалансирована сложность. То есть на нормале я вот довольно легко пробегаюсь. На харде меня бы здесь, ну просто стояла бы техника на другой технике, и они бы башенкой такой друг с друга бы на меня стреляли. Это было бы вообще бы ужасно. А здесь довольно спокойно. Просто дают возможность выиграть. Что тоже не очень хорошо на самом деле. Все-таки нелегкий уровень сложности включен. Пойдешь сюда? А, он сменил эту самую. Блять, ничего он не успеет сделать. Не успеет. Да. Леопард быстрее перезаряжается. Ну, братишки, пошли вперед. Союзные пехотинцы наваливаются, это хорошо. Пускай поддержат. Где-то здесь стоял парень с РПГ. Вот он. Вот он, вот он. Давай. Блин, ни у кого нету даже противотанковой гранаты. Ё-моё, чувак. Ну все, сиди, лечись. Они нас, собрались, блядь! Эй, нелюдь, хлебал, пошли. Выбьем их оттуда! Чё ты забыл на нашей земле, сука, блядь? Я поебашил! Смогу я аккуратненько здесь пробежаться, не привлекая внимания. В бочину дал. Этого достаточно? Да, этого хватило. Просто взорвался леопардик. Так, я заказал уйму пехоты, да? Давайте, ребята, вперед. Путь свободен. Где-то БТР-ка у меня застряла, правда. Вот она. Давай туда. Мы закончили обслуживание машины Сокол-2-2. Отбой. Сокол-2-1 дозаправлен и готов отправляться. Отбой. Забрались все! Смотри. Так, я понял. Просто так сюда не дадут зайти. БТР-80 сейчас зарешает. В него что-то стреляет, надо высаживать пехоту, пока она жива. Ну, хватило, кстати, топлива вот ровно, чтобы доехать до крайней точки.
Мы видим все. Топка, да, стреляет. Ладно. Давайте, ребята, вперед на точку. Захватим ее. Что там? Опять леопард. Не лажаем, парни. Зеленый. Блядь, собрался на... Так, у пацанов здесь нету ни одной ракетницы. Мы почти освободили город, товарищи. Не останавливайтесь. Гоните немца до Берлина, а француза до Парижа. Для этого мы выделяем вам тяжелую артиллерию. Конец связи. Тяжелая артиллерия? Но если она будет стрелять так же, как гвоздика... Хорошо. Да в этом не будет смысла никакого. О, серьезно? Кто-то сюда пришел? Ладно. Так, рота поддержки. Дана. Давайте ее сюда. Два танка доступно, три танка, один танк. Это Беркут 4, запрашиваю тяжелую. Ну давайте танки. Прием. Это Беркут 4, запрашиваю тяжелую. О, красота. Прием. Ну красота же. А стрелять ты туда можешь, нет? Или тоже не ахти со стрельбой? Ну да, как-то тоже так себе на самом деле. То есть... Казалось бы, должно бить через всю карту. Это Сокол-1. Бронетехника доставлена в зону высадки. Отбой. Ну, посмотрим, что ты можешь. Блин, ты никуда не достреливаешь. Какой ужас. Какой ужас. Так, союзные пехотинцы тут забегают, вроде как пытаются захватить точку. О, она куда-то стреляет, кстати. Сама решила пострелять. А, в дом. Ну да, куда еще стрелять? И тут, как в оригинале, она залпово стреляет, то есть наделает несколько залпов, да. Это не очень. Так, тихо-тихо, остановись. Остановись. Блин, она пытается штурмануть вперед, если я нажимаю просто правой кнопкой мыши. Надо ждать перезарядки. А-а-а, понял. Миномет сюда достреливает. То есть у них легкий миномет докидывает до моей артиллерии. Потому что моя артиллерия типа не может стрелять так далеко. Ну серьезно, она стреляет почти на дистанцию легкого миномета, да? Это вообще, где это видно? Тихо, тихо, чел, чел, нет. Забираем РПГ-ху. Эй. Сбирай РПГ-ху. Сокол 2-1 заправленный, готов отправляться. Отбой. Хорош. Прям мега хорош. Давай возьми РПГ-ху тоже. Где РПГ-снаряды? Кончились? Сокол 2-1 кончились. Назад в Бернице. Отбой. Мы закончили обслуживание машины Сокол 2-2. Отбой. Ну, возьму танков и возьму... Видимо, мотострелков. То, что пехоты маловато дается, это, конечно, не очень мне нравится. Ну как, ее сейчас хватает. Но опять-таки, на этом уровне сложности почему-то слишком легко оказалось. Ну вот, слишком легко. Это Сокол-1. Бронетехника доставлена в зону высадки. Отбой. Это Беркут 4. Так, не знаю, зачем на самом деле на эту карту далась артиллерия, учитывая, что ну вот на такую дистанцию она стреляет. Это
абсолютно бесполезно. Ребят, заходим сюда на флаг. Так, а я хочу штурмануть эту деревню все-таки. Попытаться. Танки какие-то у меня есть еще в запасе. Кого-то можно потерять. О, топливо, конечно, все. Вот и все. Топлива больше нету. Как сюда пробиться вообще можно? Леопарды укопаны очень хорошо. Вот если бы автоматически можно было пополнять, да, просто развернуть, было бы хорошо. Но нет. Приходится делать вот так вот. Ты берешь вот эту фигню, заливаешь отсюда топливо, переливаешь туда топливо. Но это столько мороки. Зачем? Для чего? Тихо, он меня не видит. Я промахнулся? Я опять промахнулся. Но, благо, он на меня не реагирует, либо у него дистанции просто не хватает. Хорошо. Давайте, ребята, тихонечко вперед. Там товка, вот не хочу я огребсти от Птура на самом деле. Вы сможете добежать туда просто? Я думаю, да. У меня есть штурмовики, мотострелки, да, по одному экземпляру. БМП-2. Еще два танка в запасе есть. Черт, мины. Мины. Так, я понял. Больше так не поступаем. Ну вот прям хорошо, когда есть в запасе много пехоты. И когда, типа, игра не слишком сильно тебя ограничивает. Еще вот просто союзники божественные бегают. Да, они бесполезные, типа, по большей части. Тут они, конечно, что-то делают по чуть-чуть, да, там, если поставить сложность чуть повыше, ну, на высокую. Они будут абсолютно бестолковыми, но, блин... Все равно прикольно, прикольно. Они где-то что-то прибегают, где-то кого-то могут убить. Это всегда радует. Сидишь и радуешься за союзника. Кстати, изменилась погода. Время суток изменилось. Отличная штука на самом деле. Раньше такое было реализовано только в ОМВ-хе. То есть только в моде на Warhammer. Ну, хорошо реализовано. Да, теперь и здесь все есть. Смогу здесь заехать? Или подорвусь на мине? Ну, это противопехотные взрываются, это не страшно. Ой, блин, опять... УВН, короче, советский УВН. Просто ужас.
Ну-ка, попробуй туда. Вот ребятам бы хотя бы противотанковых гранат. Ну, парочки бойцов. Было бы здорово. Но нет. Так, отличное попадание. И даже бойцы не погибли. Я забыл, кстати, их вытащить. Даже они не погибли. Ну-ка, просто заезжаем. Вот топливо кончилось. Давайте сюда гранату нужно оформить. Хорошо. Гранаты метают хорошо. Ну, я думаю, можно просто сбежать. Да? Врагов довольно много здесь. На героя, наверное, было бы очень тяжело. Вот так не забежишь, потому что реально от чихов люди умирают. А здесь можно чуть-чуть станковать все-таки. Урон. Можно забежать. Ну и все, точку захватили, получается. Точку захватили, только танки оттуда теперь не уедут. Так останутся. Давай разведчиков. Что еще можно взять? Пускай вот эта зенитка. Ну и просто еще один танк. Ну что, артиллерия все отстреляла. Судя по всему, ничего не сделала, ничего не достигла этим. Это Сокол-1. Пехотные подразделения доставлены в зону высадки. Отбой. Это Сокол-1. Бронетехника доставлена в зону высадки. Отбой. Это Сокол-1. Бронетехника доставлена в зону высадки. Так, Сау, давай вон туда, в кусты заезжай. Ну, в дома, в смысле. Арта сюда, эти сюда, ребята. Ой, не арта, блин, зениточка. А, только что мне написали, что... Ну, сказали, что прибыла моя пехота, но пехоты моей не прибыло, к сожалению. Опять стреляет по домам артиллерист. Но в лоб я не уверен, что я пробью Леопард 2. Не хотелось бы проверять. Значит, просто забежим сбоку. Тут у бойцов кончились все патроны. Жесть. Вот им очень нужны противотанковые гранаты, мне кажется. Хоть какие-то. Очень хотелось бы увидеть их. О, пехоты-то там много. Тут застряло. Так,
Так, здесь что происходит? Леопард 2 выехал. Кстати, вот эта сильная техника, про которую меня предупреждали. Ну, пускай стоит. По-моему, у него сбита гусля, а пушка задрана слишком высоко. А, не, вообще-то нормально. Но его убьют рано или поздно. Так. Давай сюда, танк. Гвоздика. Ты вообще не алё, да? Да. Со стрельбой у тебя крайне плохо. Ну давайте вызовем оставшуюся технику, оставшуюся пехоту. Ну давай. Ну я не знаю, выбит он, не выбит. Короче, что можно сказать в целом? Миссия балдежная, но плохо сбалансированная уровень сложности. Ну, крайне плохо. То есть все было бы обалденно, но вот на средних проходить скучно, откровенно говоря. На чем-то более тяжелом. Но это просто трындец. Там повеситься можно, я вообще не представляю. Ну, то есть, я представляю более-менее, как можно это провернуть, сделать, пройти, да, но там реально очень тяжело. Там надо очень сильно постараться. На это надо сесть и очень долго траить. Это как бы не всем по вкусу. Плюс ограничения по возможным вызовам подкреплений, ну, оно тоже, ну, мне не по вкусу, да, в целом, наверное, много кому заходит и такое, но я бы, конечно, предпочел без этого. Блин, гусли сбиты, но он не поврежден, патронов нету, арты. Так, что можно предпринять, чтобы захватить последнюю точку? Уж больно хорошо они укопаны. Этот что делает? Он стреляет? Да, стреляет. Ну, пускай, может быть, попадет. Танки без топлива. Ну, это ужас. Зачем это нужно было делать? Вот это, конечно, ужасный минус. Давай, езжайте вперед. В лоб-то сможете, интересно, просто пройти? Черт, меня здесь точку отожмут, да? Леопард приехал. Да-да-да, потеряли. Ох, блин, эти юниты, которые... Поиск путей, их просто балдежный, обожаю. Крутятся в разные стороны. Ну-ка, ну игра, позволь мне, пожалуйста, допройти эту миссию. Было бы чудесно. Было бы чудно. Так, давай, спиди-гонщик, по фасту. Едешь? Да, господи, каждое дерево хочет объехать. Пока вон там леопард отвлечен, я, так сказать, подкрадусь к нему сзади. Блин. И я ушел на перезарядку. Нет! Вот это очень плохо было. Вот это было очень плохо.
Беркут-4, запрашиваю пехотные подразделения. Прием. Это Беркут-4, запрашиваю тяжелую бронетехнику. Прием. Ну, осталось как-то придумать выбить вот этот вот последний. Последний танк. Какие-то обходы вытворять без топлива, конечно, нереально. То есть, ну, надо заправиться. Ну, а это, в свою очередь, вот. Вот, пожалуйста. Заправляйся. Потом вези этот самый топливо к танку. Но это же, блять, абсурд. Нафига это нужно? Ну ладно, типа, в принципе, топлива бы не было. Но опять-таки, да, у вас более-менее крупномасштабная получается карта. Зачем это нужно? Давайте вперед, ребят, просто... Просто вперед. Думаю, вас должно хватить. У этого чела топливо кончилось тоже. Ну и все, в общем-то, идите захватывайте точку. Здесь вот тоже какие-то солдаты у меня есть, они могут захватить эту точку, да, и все. И, в общем-то, победа. Ну, в общем, да, с картой стоит чуть-чуть поработать еще, сбалансировать уровни сложности, избавиться от этой ерунды с заправкой топлива. Это точно, вот это прям полная фигня. Ну и в целом карта как бы обалденная. Ну, реально очень хорошо играется. Не часто такие карты встретишь, не часто... Так хорошо подходит мододелы к работе, к своей, к своему труду, точнее. Северный перекресток теперь под наш... Автострада теперь под нашим контролем. Всем боевым подразделениям на поле боя я очень горжусь вами, товарищи. Сегодня вы вновь доказали силу несгибаемого военного коммунизма, которую так боялись капиталисты. Товарищи чехи, очень благодарны вам. Конец связи. Сокол 2-1 дозаправленный, готов